В рамках реализации проекта «Новая школа» одинцовские активисты «Единой России» проверили ход строительства школы на 2200 учащихся в микрорайоне «Гусарская баллада». Объект станет самым большим образовательным центром Подмосковья. На строительной площадке сейчас ежедневно работают 154 рабочих. В настоящее время выполняются работы по возведению внутренних и наружных перегородок, а также устройству инженерных систем. Строительство ведется в соответствии с графиком. Ввести объект в эксплуатацию предполагается к сентябрю 2023 года.